Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Таль Шахар. Большое спасибо, что вы на моем канале. Большое спасибо, что вы являетесь его постоянными зрителями. И персональное спасибо подписчикам. Вы еще не подписались? Рекомендую сделать это прямо сейчас. Почему? Посмотрите это видео и примите для себя решение. Буквально в течение последней недели очень много моих партнеров из компании Alvita потеряли свои скайпы. Их просто-напросто взломали. Но более того, люди потеряли свои контакты. И хуже того, от имени моих друзей идет рассылка всевозможных приглашений в различные хайпы, пирамидки и, быть может, более какие-то страшные предложения. Я знаю, что очень многие жалуются на рассылку непристойных предложений. Как же защитить себя в первую очередь? Когда обновился Skype в связи с переходом от одного владельца в другой, то вот сейчас я открыл свой Skype и рекомендую вам перейти в раздел «Инструменты». И из раздела «Инструменты» выбрать самую нижнюю опцию «Настройки». Зайдя в раздел «Настройки», вы переходите в чаты и СМС. Посмотрите, предпоследняя опция. Открывая ее, если вы здесь первый раз, у вас откроются настройки чата, выбор параметров чата. Так вот, следует открыть дополнительные настройки. Открывая дополнительные настройки, у многих автоматически по умолчанию установлена вот эта опция. Автоматически принимать входящие файлы. Это вредно. Это может убить ваш компьютер. В тот момент, когда друг посылает вам какой-то файл, и компьютер автоматически его принимает, это окей. В тот момент, когда враг, недруг, вредитель направляет вам какой-то сайт, который может разрушить файловую систему, который может заполнить вирусами ваш компьютер, то это беда. Я рекомендую не только убрать здесь галочку, но и вообще перевести опцию каждый раз выбирать папку для сохранения файлов. Вы сможете видеть того человека, который вам файл отправляет, это раз. Вы сможете всегда уточнить, и я вам рекомендую это делать. Вы сможете всегда уточнить у человека, он ли отправляет этот файл, и знает ли он, что это за файл. Быть может, он делает просто массовую рассылку по чьей-то просьбе. Это не панацея, но это огромный процент того, что вы сохраните свой компьютер и свой Skype от попадания в систему заведомо или случайно посланного вредного продукта. Я надеюсь, что это видео вам помогло. По сохранению Skype будут еще видео. Если вам понравилось, нажимайте лайк. Если вы хотите прокомментировать это видео, я жду ваши комментарии. С вами был Таль Шахар, удачи! Сохранить и пользуйтесь скайпом на здоровье. Пока!